Приветствую вас. Я думаю, что ситуация такова, что вы сами в ней прекрасно отдаете себе отчет. Мне так кажется. Значит, что это за отчет? Мужчина действительно не может вас забыть. Вот действительно, мужчина не может вас забыть. Со всеми вытекающими из этого последствиями. Если человек не может вас забыть, то он, естественно, будет проявлять к вам какое-то внимание. Человек, естественно, будет каким-то образом, условно говоря, да, будет каким-то образом выражать вам то, что его волнует. А волнует его, отношения с вами, то, что его задело, то, что его, значит, напрягало и так далее. Вот. То есть, да, он не может вас забыть. Это правда, к сожалению. Могло ли быть по-другому? Наверное, могло быть по-другому. Если бы мужчина менее болезненно воспринял то, что произошло между вами. Задевает ли задевает ли как-то вас то, как он себя ведет. Ну да, возможно, вас это задевает. И здесь мне кажется, что здесь очень важно ответить себе на этот вопрос, вопрос о том, как и почему вас это задевает. Чем вас это задевает, чем он вас оскорбляет, обсуждает. И так далее. Пока что, получается так, что вы просто, возможно, сами еще не отпустили его, возможно, вы сами его не отпустили еще и не забыли, что вы чувствуете к человеку, То есть мужчина это достаточно ранимое существо, и расставание очень часто сильно задевает мужское самолюбие, и вследствие этого он может
попытаться вас принизить. Для того, чтобы оправдать расставание с вами. Понимаете? Какая штука. То есть ему необходимо как можно сильнее вас принизить. Для того, чтобы оправдать то, что он с вами, ну вот, расстался, по сути. Такая вот история. Ну, вы можете откровенно с ним на эту тему поговорить. Вы можете с ним это обсудить. Вы можете выразить ему свое отношение. Да. Будет ли у этого какой-то эффект, да? То есть вот, ну, добьетесь ли вы какого-то эффекта? Ну, это неизвестно. Вы можете поисследовать себя. Да? То есть вы можете вот поисследовать то, как вы воспринимаете эту ситуацию в целом. И постараться определить, почему вы так это восприняли. Ну, восприняли, например, негативно для себя или как-то так. Можно это сделать? Можно это сделать. Это вполне можно сделать. Было бы желание с вашей стороны. Так. Так вот. Я думаю, можно ответить на вопрос, на ваш. Да, он вспоминает вас в плохом свете, да. Потому что его задело то, что вы с ним расстались. У мужчины очень болезненное самолюбие, вот. И расстаться с женщиной, которая у него что-то было, ну, достаточно сложно. Вот. К сожалению, не из-за того, что есть чувства, не из-за того, что есть там вина иногда, а именно из-за того, что вот, самолюбие задето. Оказалось. Ну, вот так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что вам это было полезно, и если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи.